Всем подписчикам привет! Сегодня я хотел показать вам и рассказать о так называемом сухом тене. Сухой тен — это тен, который недавно стал применяться в водонагревателях, в накопительных, и который заменяется без разборки этого водонагревателя. Я вам сейчас покажу, как изготовить этот сухой тен для радиатора отопления. То есть стандартный радиатор, алюминиевый радиатор, который у меня оборудован сухим теном. Что такое сухой тен? Я сейчас вам покажу, как он меняется. То есть я могу его заменить, вытаскивая из радиатора, при этом не сливая воду и не убирая. Вот что такое сухой тен. Этот тен есть в продаже для как раз водонагревателей накопительных. Но для радиаторов отопления его нет, не продается он. Это тен на 1200 ватт. Я с помощью простых стандартных деталей сделал его для радиатора отопления. Сейчас покажу вам, как он. Он вкручивается в стандартную пробку, в нижнюю пробку на 3/4. И потом меняется весь. Вот что он из себя представляет. Это трубка на полдюйма, медная трубка, которая сделана в виде вот такой вот муфты. Заглушка, стандартная заглушка, которая есть в продаже, она впаивается в трубку твердым припоем. Это припой P14, который выдерживает температуры 700 и больше. В эту медную трубку я впаял, опять же, с помощью твердого припоя, этого P14, переходник с 3/4 на полдюйма. Он тоже есть в продаже для различных сантехнических нужд. С 3/4 на полдюйма. Эта трубка точно входит в него, в этот переходник внутренний, и затем с торца запаивается твердым припоем, вот тем же самым P14, с помощью высокотемпературного горелочного устройства, ну, на МАП-газе или пропан-кислородной пайке. Получается вот такая герметичная трубка, которая легко вставляется и проходит через ниппели нижние. И затем вкручивается на герметик, садится в радиатор. Это простой алюминиевый. В чугунной он еще проще вкручивается. И потом в нее вставляется просто тен. Он точно подходит на 1200 ватт. Тен включается через тиристорный регулятор. Вот у него клеммные наконечники. И легко меняется в случае сгорания. Вот такая штука, сухой тен для радиатора отопления. Подписывайтесь на канал, приходите, будет много интересного по теплотехнике.